привет, мои дорогие подписчики, зрители. И мы начинаем новую рубрику. Бандит в деревне. Ну и так далее. Я бандит. Вон там у меня деревня. Сегодня у меня в планах кое-кого ограбить. Мы начинающие воришки, поэтому мы просто ограбим огород. Да-да, это смешно, но мы не посадим мы огорода. О, нет! Ой! Ненавижу я вот эти случаи. Приходится включить креатив. Вылезать наружу. Ой, я здесь перед началом видео еще испытывал все зельки, которые мне понадобятся. Я еще прихватила зелье отравления, чтобы полиция не нашла. Но я в них кинул. И, кстати, у меня есть секретный проход. Вот. Здесь вон там сундук, который не открывается, потому что это секрет. И почему в креативе? А, да. И мои настройки эти меня уже достали. Ну все, мы начинаем делать свое дело. Мы будем ограблять огороды. А все-таки посадим, может быть. Давайте посадим. Я не такой свой. Или кого-то ограбим. Давайте кого-то ограбим. Тогда сначала вот их тропинка. Мы должны под землю подкопаться. А мы будем под землей, значит, под землей. Эх. Да. Кстати, здесь мне будет труднее найти, наверное. Там больше земли, наверное. А, нет. Так же. Ладно, 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 ладно. Здесь вот. Меня жители так-то не знают, потому что я только сюда переселился вне видео. И вот я не люблю это слово вне видео. Ой, давайте еще им потопчем. Давайте сбольшим. Отлично, и собираем. Сделаем себе кучу хлебушка, потому что у меня еды, вот видео, было мало. Будем так называемое выживать здесь, только бандит вставать. Я думаю, все, пусть сами садят. Мне лень. И стать. Сейчас. Сейчас я постою. Извините, там у меня еще шумит. У меня есть зелье огнестойкости. С тех пор. Может, яблочко где-то найти можно. Я бы на лошади покатался. Я
Грибы, ну сегодня. И я буду. Что захочу, то и делаю. Надеюсь, меня полиция не найдет. Потому, ну, меня даже полиция не знает, наверное. Я буду все грабить по-тихому ночью. В следующей серии посмотрим, сколько богатств у мэра у разных домиков. Ладно, давайте мы сделаем вот так вот. Раз, два, ой. И посадим в разнобой. Вот эту только грядочку. И все. Пусть сами засаживают. Поживают. Мы вернемся домой. Я очень бедный. Хотя я в ней видел кучу. Я нашел вот этот вот домик-то. Вот это вот домик не строил, честное слово. Я его нашел. Здесь жил раньше тоже какой-то бандит. И что это? Эх. Сломали. Кто сломал мою картину? Напишите в комментариях. Так где картины? Здесь у меня еще швид. Вот. Все. Настройки и все. А может переключение? Давайте переключение. Вот это все мое. Это к следующим сериям. Сейчас я покажу самые. Да. Сейчас все сложу. Бинокль тоже. Вот посмотрите, вот это моя тюрьма. Кстати, там нет кнопки. Там пол с кирпича. Ну-ка, тоже. А ладно, тогда выживание. Итак, это я здесь нашел. Кстати, у меня кроватка зеленая, мой любимый цвет. И напишите в комментариях, какой ваш любимый цвет. Извините. Я здесь все проломаюсь. А посмотрите, они сначала подумают, что здесь вот секретный проход. Ну как же, я должен здесь бежать? А нифига. Здесь я, может, посажу какого-нибудь жителя, может, и мэра даже. Ну, я не знаю, что. Давайте. Вот давайте грибанем кого-то. Это у меня очень. Давайте тогда возьмем лом. И катану. Или мачету.
на сердечко. Эх, почему я сегодня такой невезучий? Приходится... На, строки. Ну, как раз... Непонятно. Не понял. Это свет хорошо видит. Это же мой дом. Вон там, в деревне. Да, вон там. Надо найти сначала свои вещи. Исчезайте только. Он только сохранился. Катана. Где бинокль-то? Бинокль не сохранился или где? Я показал, что там. У меня бинокль пропал. А, ладно, незаметно. Там зомби. Держите, катан. Здесь он... Ой, два зомбаря. Одного я замочил. Ты слаб. Ты с кем договариваешь? Это мои подписчики. Извини. Здесь крипер был? Ой. Нет. Извините, здесь моя бабушка. Бабушка, я здесь снимаю видео вообще-то. Извини. Смиту мы должны пробраться в какой-нибудь домик. Давайте в этот. А нет, там очень много людей. Давайте вот этот. Зелье отравления, только не это, только не это, только не это. Спокойно, спокойно, спокойно. Надо не двигаться просто. Фух! Теперь жаль, жаль, там ведьма была. Я не очень. Ну, бандиты и... Это моя серия заканчивается. Мои дорогие подписчики. И всем пока!